Порталы, порталы и больше порталов, с вами Король Порталов. Сегодня мы продолжим играть в Super Mario Galaxy. Возвращаемся вот в эту галактику. Так, отправляемся сюда. И второй уровень. Закуска космических пропорций. Вау! Красивенький. Не ошмею. Так, я думаю. Добро пожаловать в галактику. О, так это та же самая галактика. Тут даже вот эта штука та же самая. Вот то, что в одинаковых галактиках начало будет одинаковое, я не ожидал. Вот честно. Он предлагает поделиться закусками с другом. Ничего себе, паркур. Прикольно. Так, он сказал, тут есть его голодный друг, и мы должны поделиться с ним. Нет, я не хотела, брат. Так, ну да. Мне жалко то, что я не смог покормить того голодного друга чего-то. А это кто? Тебе нужны? А, вот это тот голодный друг. Тебе их нужно 100? Ты куда так наелся? Да он сейчас лопнет, как это гордо в Slime Ranch. Не, ну что-то ему реально много их надо. Вообще, че он такой огромный стал? Так, ему нужно еще их 25, но у меня столько нету. Так, мы отправляемся вперед. Ну, можно будет потом вернуться? А, то есть за весь уровень не было ни одного сохранения? Ну, в общем-то, сейчас как раз-таки соберем все эти 100. Так, осталось всего 8 закусок тому толстячку. Да. И мы сейчас к нему летим как раз-таки. И тут, собственно, есть последний 8. Так, все, идем кормить обжорки. Я тебе дам. Так, 8 из 2. Наполнен. Трансформат. Воу. Воу. Что это? Что? Он взорвался и стал планетой? Воу. Круто. Он нам целую планету сделал. При помощи них можно было какое-то время ломать все штуки. Что-то сегодня я чересчур много нового узнал. Не, ну не ожидал то, что тут обжора даст нам такую крутую планету. Так, теперь мы попадаем на вот эту. О! А почему мы наверху, а не внутри? А, вон там проход. Никогда не люблю гонять гору. А чё так резко гравитация поменялась? Если мы туда попадем, то гравитация поменяется. Я правильно понимаю? Ну да. Прикольно. Вот это похоже на 2D Марио. Мы не можем по нему стрельнуть. Мы можем его только расплющить. Вот это тоже необычно. Вот я в эту игру решил поиграть только потому, что все такие, типа, лучшая игра в серии Марио. Лучшая игра в серии Марио. Вот я и решил. А что ее лучше все называют? Давайте глянем. Это что, финал? Нет! Это та планета, которую мы видели в самом начале этого левела. Ты чё? Лол, забавно. Так, в
Все, я забрал звездочку. Ура. Звездочка. Мы получили звездочку. Все, мы летим обратно? Да, мы прилетели обратно. Мы исследовали новую галактику. Так давайте глянем эту новую. Что это за галактика? Ханы и Хар. Это медовая. Давайте пройдем вот эту. Какая-то король Калентин. Король Калентин. Я без понятия, кто это. Или может это Кингс. То есть он принадлежит ему. То есть это чей-то Калентин. Я без понятия, что это значит вообще. Но это босс, наверное. Это, скорее всего, босс. Стоп, эта штучка тоже во всех уровнях одинаковая? Интересно. Нет, мы просто можем это взять. А, ну да. Так, ладно, я опять не в такт все сделал. Ну да ладно. Главное, грибочек. Все у нас? У нас 8 Марио. Есть проход на крышу. И с этой крыши нас отправят на другую крышу, на которую мы можем покрутить звездочку. И улететь. Дальше. Летим. Это арбуз? Да. Тот. Па-пара-пара-пам-пам. Нет, я не хотел лететь. Там еще одна такая. Тот босс? Это не может быть боссом. Это просто обычный враг из игры. Ну да. Ничего странного тут нету. Это просто обычный. Ничего, мы покатались. Значит, я просто возьму это. Что? Кончилось. Прям в черную дыру такие летим. В Марио всегда любили прятать секреты. Где секретки? Я пришел секретки искать. Где мои секретки? Вот тот. Жаба. Кстати, да, тот с английского переводится как жаба, но это очень редко используют такое слово, поэтому тут сделали. Угу, да. Что если на них бросить что-то? Картофель? Гениально, я бы это и сам сделал. Типа, этого было легко догадаться, тот, мне не нужны такие тупые подсказки. Которая тоже есть. Это вроде бы С или что-то так. Вроде бы такая как называется. Но поскольку я играю на компьютере при помощи эмулятора, у меня это колесико мышки. Большой-большой кто-то там. Да, да. Окей, вот эти штуки выстреливают монетками, правильно? Да. Неплохо, неплохо. Обменники. Оу. Ой. Ой, мне не нравится это. Ну да, это король какой-то. Так, давай обратно. Нравится. Торт выпал. Мы играем в такие правила, это обновленные правила, называются просто. Ой, корону сжег. Ой, а чё так легко? Окей. И звездочку. У нас теперь есть звездочка. И первая галактика в игре
зачищена. Или нет? Возможно, все-таки есть секретки. Ну, в общем-то, всем пока, с вами был я, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, ведь он будет бить каждый раз, когда у нас выходит новое видео. А теперь всем пока, до новых встреч!